Трачу на нее, я трачу на нее. Приятно. Еще Кира мне вот что подарила. Вы, наверное, не знаете. А вы, наверное, видели уже их на мне. А знаете, в чем прикол? Короче, я сижу дома. Я сижу дома, и что-то у меня такое вот прям настроение внутреннее обрадовать Киру. Мне захотелось как-то Киру обрадовать, просто вот, ну, типа, я давно ее что-то ничем не радовал, каких-то подарков не дарил и так далее. Я захотел ее порадовать. И я подумал, а она же музыкой занимается, ну, там, танцами, все дела. Надо ей что-нибудь такое, типа, там, подарю какие-нибудь ей наушники. А у нее как раз ее AirPods старые были. И я, короче, заказываю ей вот такие наушники. Вот такие, только другого цвета. И думаю, ну просто вот так, знаете, без повода просто подарю, потому что, ну вот, типа там, работаю много, что-то какую-то денежку заработал, надо ей какой-то вот уделить тоже этот процент, так сказать, за ее любовь. И я ей заказываю эти наушники. Привозят эти наушники. Я их просто прячу за шкаф, вот так вот, знаете, как школьник. И она говорит, кто приехал? Я говорю, да там по работе приехали, типа забей, ничего такого. И потом к ней подхожу, говорю, а я тебя вот обрадовать захотел, вот тебе наушники дарю. Она говорит, да ты гонишь, типа. Я говорю, чего? Она говорит, ну я тебе точно такие же наушники, только другого цвета, заказала на день рождения. Прикиньте, а я такие наушники хотел, но когда я начал выбирать, кому эти наушники как бы купить себе или Кире, я подумал, лучше я куплю их Кире. Ну типа, вот, ну пусть она радуется, типа. Ну вот я не знаю, как это внутреннее какое-то ощущение такое, типа. Пусть она радуется, я обойдусь как-нибудь там со своими AirPods'ами. И прикиньте, вот такая вот, ну вот, вот такой вот уровень у нас любви, что в тот момент, когда я ей решил подарить эти наушники, она мне подарила наушники. И в итоге получилось, что мы все остались при своем, и все счастливы, и все довольны. Вот, вот так вот любовь прикольно играет вообще. Мне очень это нравится, конечно. Что вот, что у нас с ней такая какая-то, знаете, очень сильная внутренняя связь. Просто вот так получилось. Прикиньте.